Всем привет из вокзала. Сегодня мы с вами едем в Сопот. Сейчас ждем поезд. Почём Интерсити Домбровска за станцией Вроцлав. Едем в Сопот. Только что нарисовала. Классно так. Чаёк горячий. Сопот можно przesiąść до pociągu в kierunku стаций Kraków Główna, Wejherowo, Gdańsk-Śródmieście. Особи przesiadające się просим о zwrócении уваги на информации стаційне. Особи высадающие.
я в Сопоте. Проехала, правда, остановку свою. Вышла и читаю Гдыня. Думаю, это Гдыня. Хотя знала, что Сопот. А потом назад заскочила поезд. Оказывается, то направление Гдыня было показано. Это, наверное, костел. Короче, проехала, так обидно стало. Еле сдерживала, чтобы не реветь. Побывала в костеле, посидела секунду. Так приятно. Мишка. Я в прошлый раз была тут. Народу тьма. Просто море людей. Тут, наверное, всегда море людей. Вот я около кривого домика. Я читала на сайте, у них есть страна интернетова. И они сдают локалы. Стараюсь не снимать людей, потому что... Сопотская елка. Наконец-то добралась с такими усилиями. И остановку проехала, и ревела, и истерия, и в поезд не пускают. Одну остановку, гады, 150 злотых доплата. Ну, из-за того, что поезд фирменный, надо купить билет через интернет. Короче, и так спокойным шагом, так заходом за кофе, да, костел, так 40 минут, наверное, до моря. Ну, вы знаете, можно даже было бы купаться. Я носом чувствую. Вот я с кофе. Это уставшая, не уставшая, подбитая, но не сломленная. Потому что в поезде... А, там СКМ есть такие поезда, короче, которые ездят каждые 15 минут, 10. Украинки наши помогли. Ну, я спросила, говорю, в сторону Сопота. Она говорит, типа, садись, я тебе покажу, где выходить. Бо видно мне по лицу, что я уже скривилась. Короче. Так что все нормально. Я сейчас думаю, что надо сюда не на один день приехать. Чисто за море, конечно. Потому что так-то город, да и город. Я особо не хочу побольше путешествовать. Мне нравятся только морские города. Чисто из-за моря. Потому что я очень люблю море. Так что сейчас буду фотку делать. Фотки. Нету особо времени. Казалось, будет много. А поезд опоздал. Потому что медленно ехал. Потом проехала станцию. Но все равно приехал в Сопот. Потому что я не хотела в Гдыне. Я в Гдыне была уже. Боже, как же тут классно. Как в тех этих роликах, что здесь не хочется говорить. Здесь хочется засунуть ноги в воду. Я не взяла с собой полотенце. Поленилась. Хочется залезть. Ногой. Мокрый песок, конечно. Но это не страшно. Чтобы не думали, что вас обманывают. Сейчас пойдем в море. Походим. Реально не сильно холодно.
Ну все, море посмотрели, тут холодновато. Я уже тут полчаса, наверное, или больше тусуюсь. Идем дальше. Там тоже есть интересное. Уже темнеет. Мой поезд 17:36 вроде. Надо, короче, идти. Хорошо постояла, можно сказать. Море, я к тебе вернусь. Пахнет все равно морем. Хоть и холодное, все равно классно. Если бы тут жила, то каждый день бы ходила, ножки мочила. Может, когда я окунулась. Только надо очень быстро одеваться, и чтобы не замерзать. Потому что пальцы моментально замерзают. На ногах. Тут каток есть. Ну, в Варшаве тоже есть. Я уже иду на вокзал. Все. Иду на вокзал. Чуть не заблудилась, но нашлась сразу. Короче, все удалось. Так что ждем лета. Приедем сюда летом.